здесь, и сегодня пришел, наконец-то, мой долгожданный подарок на Крисмас и на Новый год. Такая вот посылочка. Угадайте, что? У вас есть 3 секунды. Раз, два, три. MacBook Pro 2020 года. 13-инчовый в цвете Silver. Я не захотела Space Gray, потому что я подумала, что Silver выглядит лучше. Silver это более светлый, и есть вторая модель, более темная. С процессором M1 чипом, который буквально вышел недавно. Он вышел в модели MacBook Pro 13-инчовом и в MacBook Air 2020 года. Так что я хочу вам все рассказать, показать и показывать, как я его настраиваю, как я его распаковываю. Вообще, это была моя такая мечта иметь MacBook Pro, но в России вообще я даже не думала, что я когда-то там его куплю, потому что у нас есть такое, что ты на него ни офис не установишь, как ты вообще его будешь использовать, когда тебе нету там ни Word, ни Excel, ни PowerPoint. Но в Америке все используют ноутбуки, и это куда доступнее просто пойти в магазин и купить тот же самый такую маленькую бумажку с кодом, который просто вписываешь, и у тебя будет, извините меня за $80, ты можешь разделить это на 6 или 5, можно сказать, членов семьи, поделиться с кем хочешь и просто использовать все те же самые программы, что и на обычном, не знаю, Lenovo или Hewlett-Packard. Как вы можете знать, в Америке есть такая штука, как обычный Apple Store. Есть Apple Store для учеников, студентов колледжа. И есть, ну, другие магазины, где тоже можно купить продукты Apple. Изначально я хотела купить MacBook, точно такой же, в магазине Apple Store для студентов. Но вообще очень странно получилось, что меня не попросили ни номер, есть Student ID, ничего не попросили, и просто мы заказали, думали, все окей. Но прошла неделя, и нам ничего... Оно было все типа, в процессе, и мы все-таки решили отменить заказ, потому что он появился в магазине Costco, где он стоил $1250, на оригинальная его цена 1300, то есть на $50 дешевле, а на школьном сайте он был 1199, то есть 1200, то есть еще дешевле на $50. Но мы остановились на магазине Costco, потому что почему бы и нет, и просто заказали оттуда, и он пришел буквально через неделю, сегодня утром. Как вы уже могли заметить, уже мы все украсили Крисмасу, наша елка, наше супер красивое окно, снежинки, которые мы вырезали весь вечер, весь день. И сейчас давайте начнем распаковывать посылку. Как вы видите, упаковка очень интересная. Ты тянешь за такую штучку. И у вас он открывается. Гаш. MacBook Pro. Он тяжелый. Здесь больше ничего нет, пустая коробка. Так он выглядит. Выглядит сама коробка. Именно у этого процессора с MI чипом вот так выглядит самая как главная часть MacBook Pro. На обратной стороне вот это 8 гигабайтов memory, 256, 13 inch MacBook Pro inch. Здесь всякие штуки. Ничок Apple, здесь тоже и надпись MacBook Pro. Здесь вот такая интересная штучка, за которую ты тянешь. Такой он красивый. Цвет сильвер. Сейчас он тоже в
специальной упаковке. Давайте его отложим. И откроем самое не очень интересное. Здесь есть такой вот провод, кабель. Я не помню, сколько он точно метров. Здесь всякие штуки, стикеры. Цвета сильвер, потому что в Space Gray они более темного оттенка. И вот такой вот интересный адаптер. Огромный просто. С американскими штуками. Розеткой. Очень satisfying part. Такой он красивый. Я рада, что я взяла именно этот цвет. Так выглядит клавиатура, touch bar. Сейчас начну его. Первый это язык, language. I'm choosing English. Yes. United States. Оно само мне выбрало, я даже ничего не искала. Я продолжу. Сейчас я подключусь к своему Wi-Fi. Также здесь есть функция такая, как что ты можешь всю информацию со своего MacBook или даже с Windows PC как сделать как трансфер, переместить все сюда. Сейчас я вбью свой Apple ID. Сейчас я уже зашла в свой аккаунт Apple ID с моим Apple ID. Сейчас тут же есть дальше screen time. Сейчас будем настраивать Siri. Hey Siri. Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, show my downloads. Hey Siri, what's the weather? Hey Siri, what does the rest of my day look like? Hey Siri is ready. Touch ID! Все мы этого ждали. Вот здесь есть кнопочка. Сейчас вам покажу. Как видите, lift and press your finger on Touch ID. Сейчас мы его настроим. Apple Pay нам пока не нужен. Он уже загрузился. Все выглядит. Сейчас, скорее всего, нужно будет зайти в каждое приложение. Например, как я не знаю, Photos.
жать Get Started. И я уже его настроила, им попользовалась и так далее. Я хочу вам сказать, что он стоит этих денег. То есть я такого просто никогда не испытывала. Он просто очень классный. Мне он очень нравится. В следующем видео я покажу, как я буду его оформлять. Как, например, я сделала вот такую заставку, как делать всякие классные штуки на нем. Так что ждите. Я очень сильно вас люблю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока!